Так, луна 20 марта 2021 года в Харькове. День равноденствия. Это третий дубль. Настройки ISO минимальные 125. На фотоаппарате в ультразуме Nikon Coolpix 5000. Ты ж моя красавица. Ой, как хорошо, что я не поленился и пошел все-таки. Часик проторчал под снегом. Но таки дождался прорехи в облаках. Очень я соскучился за съемками непадающего снега перед окнами балкона, а луны Марса. Да, Марса пока не видно. Вон уже звездочки какие-то появляются через жидеющие облака. Облака, которые стали пожиже. Редеющие облака. Вот нужное слово. Да, темненько, темненько. Но зато нет никаких шумов. Ну что, я доволен. Лиха беда начала, сезон начался. Скрывают облачка от нас. Ладно, сейчас я поснимаю, наверное, на автонастройках. Будет все гораздо ярче. Ну хорошо, не буду, уже явно уже облака против нас. Так, 20 марта 2021 год, Харьков, 22, 54. Ты посмотри, вообще ничего не видно. По Киеву в Харькове.